Краткий обзор сериала «Перекати-поле», который вы сможете посмотреть в среду, 1 сентября, и в ней вы узнаете о том, как Маша собирает Лёшу в его первый рейс на автовозе. Его новый начальник Воскобойников предупреждает, что на трассе в последнее время случаются ограбления. Маша сталкивается с Ирой на улице, Ирен становится плохо, и Маша отвозит ее в ближайшую больницу. Но происходит при этом непоправное. Лёша просит Володю поговорить с Ирен, чтобы она забрала заявление и перестала преследовать его жену. Но зная, как Ирен ненавидит Машу, тот отказывается. Лёше не остается ничего иного, кроме как обратиться к Воскобойникову. Лёша и Маша решают обвенчаться. Сын Маши, Митя, внезапно теряет сознание. Врачи проводят обследование. Маша переживает, что врачи не говорят ей все правды. Воскобойников делает предложение матери Лёши и Володи Люси. Она счастлива и готова при этом развестись со своим супругом.